Класс! Мне нравятся они. Я только сказала! Ты как... халат? Какая няшка! Ребята, всем привет! И сегодня я буду закупаться в магазине в Роблоксе, за Робаксы, покупать разные вещи, волосы, возможно, даже какое-нибудь, может, там, лицо новое появилось, я не знаю, я не заходила в магазин в Роблоксе уже очень долгое время. И, скорее всего, я скоро буду создавать себе новый скин, потому что у меня, например, вот на этом вот скине такие, знаете, белые волосы, потому что они подходили под мои прошлые настоящие волосы, а сейчас я покрасила волосы и, короче, да, теперь нужны другие. Я надеюсь, смогу найти вариант прически в Роблоксе, чтобы она была похожа на вот то, что у меня в реальности. Потому что я всегда стараюсь сделать такого себе персонажа, чтобы он был похож на меня в реальной жизни. Перед началом этого видео не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. А еще у меня к вам такая просьба. Давайте попробуем сделать это видео самым залайканным на моем YouTube-канале. Мне кажется, это будет сделать очень сложно, но давайте попробуем. Так что прямо сейчас спускайся вниз и ставь пальчик вверх на это видео. Это займет буквально одну секунду, но вдруг мы побьем сейчас все мои рекорды. Ну что, а мы с вами начинаем! Итак, девочки, давайте зайдем сейчас в раздел шоп и посмотрим сначала, что нам сразу предлагают. Тут я особо ничего такого не вижу. О, хотя стоп, смотрите, какие тут есть рога оленьи. Они выглядят очень мило. Под эту прическу, которая у меня сейчас, конечно, белые волосы, они не подходят, но я в любом случае волосы буду другие выбирать. А так вообще оленьи рога очень милые, я их, наверное, куплю. Смотрите, какая штука классная, боже! Она, возможно, мне пригодится. Может быть, я даже с ней сделаю образ на Рождество, потому что посмотрите на эту красоту, реально. Вот был бы такой же белый, я бы прям, наверное, прям сейчас его одела. О, какая милая юбочка, ребята, все, раскошеливаемся. Нет, реально, вот эта юбка очень классная. Я ни разу себе не одевала на персонажа никакие вещи, вот как мантии или вот такой юбки, поэтому я думаю, что новый скин у меня какой-то обязательно будет с юбочкой. Так что мы еще отдельно поищем юбочки. Какая шапка угарная, боже. Такая чисто русская. Или не русская, не знаю. О, кстати, смотрите, волосы. Это не то, что у меня, тут просто передние прядки покрашены, а у меня, наоборот, они просто снизу покрашены. Так что эти волосы не подходят, но нам нужно что-то подобное. Какие классные очечки, ребята, смотрите. Они такие нежно-розового цвета, такие тоненькие. Я их, наверное, куплю и прямо сейчас одену. Мне очень... Вот у меня до этого были вот такие белые очки, а сейчас, наверное, поменяю вот на такие. Класс! Мне нравятся они. Я только сказала про белую мантию и оу, все. Я это покупаю. Офигеть, это так красиво выглядит. Не знаю, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, вот вам нравятся вот такие вот, например, ну, там, мантии, да? Или как это, накидка. Мне вот такое очень нравится, вот белый вообще краш. Я, наверное, ее прямо сейчас одену, а то на улице холодно. Что поделать, все, я оделась. Ура! Что тут еще есть? У меня есть прям конкретные пункты, которые я хочу найти. Какие-то бантики тут. Ну, бантик это уже будет лишнее, конечно. Мешок с подарками. Ну, короче, тут очень много всего. О, юбка, юбка, юбка. Подожди, давайте сейчас я сниму, наверное, мантию все-таки. Вот, смотрите, какая юбочка милая. Я ее куплю сейчас. И давайте загуглим скёрт, короче. Гуглим юбочка в поисковике. Посмотрим, какие есть варианты. Я думаю, что новый скин у меня будет именно с юбочками. О, да тут дофига всего. Так, давайте посмотрим. Я, наверное, куплю всякие разные варианты, все равно они пригодятся когда-нибудь. Тут рождественская вообще балдеж. Мне нравится вот такая вот черная вообще юбка, очень прикольно выглядит. Есть еще вот такая черная, вот эта беленькая очень милая. Даже не знаю, какая мне больше всего нравится. И все, больше юбочек нету. Какой-то нож, меч, мачете. Так, давайте дальше поищем что-нибудь. Вот тут вот в основном магазин, так сказать. Ребята, прикиньте, я буду в чубчике. Напишите в комментариях, вы донатите в Roblox или нет. Я доначу. Вот. Раньше, кстати, я не донатила, и у меня даже есть мой первый летсплей на моем канале. Он так и называется вроде бы. Первое видео, и я недавно его увидела. Я думала, я тогда уже донатила, но нет, я там в начальном скине. Вот эти вот рыжие волосы у меня в шишечке такие там. Одежда вот эта обычная, которую Roblox дает всем бесплатно. Я честно думала раньше, что у меня одежда там уже была. О, смотрите, что у меня. Это что-то японское, девочки. А... что это? Это как халат?
хочу себе такую в реальной жизни. Ребят, я ее однозначно покупаю и... А что если вот такую юбочку, вот эту накидку, вообще будет красота, мне кажется. А может и нет, не знаю. О, какая шапка, ребята. Тут такие няшные вещи на Рождество, на Новый год, вообще на зиму. Я покупаю эту шапку. Она красивая такая. Давайте попробуем забить. Бяни. Короче, забиваем вот то, что написано вот в этом вот. Да, чтобы шапки найти, короче. Ой, тут какие-то шапки странные. Что это за шапка такая? Я не знаю. Короче, тут очень много вариантов шапочек. Сейчас я посмотрю какие-нибудь. Если какие-то найду красивые, я вам покажу. Короче, я не нашла никаких шапок, но я нашла вот такой шарфик фиолетовый. Наверное, я его куплю, мало ли вдруг понадобится. Есть еще черный, серый, темно-зеленый. Кстати, темно-зеленый выглядит неплохо. Он может для какого-нибудь тоже скина подойти очень даже круто. Такой эстетичный зеленый цвет. Так что я зеленый купила и фиолетовый. Давайте дальше что-нибудь посмотрим. А, волосы. Ребят, пойдемте искать волосы прямо сейчас. Я очень часто проверяю новинки в Роблоксе, в плане волос конкретно. Чтобы найти новые товары в Роблоксе, которые день назад только добавили в продажу, нужно вот тут нажать на сортировке Recently Updated, то есть только недавно добавленные. Пойдемте искать. Ну, какие-то тут. О, завитушки. Мило, кстати, выглядит, но не похоже на меня. Так, есть какие-то вот такие, ой, что-то с ними не так, с этими волосами, ладно, ок. Сейчас поищу какие-нибудь волосы и покажу вам, что я купила, что я выбрала. Я уверена, что у меня получится найти много разных вариантов волос, а вы попробуйте написать в комментариях, какие вам больше всего понравились, чтобы я создала себе новый скин. Проголосуйте, какие вам больше понравятся. В общем, ребята, посмотрите, сколько у меня уже тут волос. Сейчас покажу вам, что я купила конкретно в данный момент. Я купила вот такие длинные волосы, но это просто, чтобы были прикольные, красивые. Может, когда-нибудь мне пригодятся. Дальше. Мне очень нравятся вот эти. Они прям даже как моя прическа сейчас. Прикиньте, да? Выглядит как амбре. Не просто вот нижние прядки покрашены, а амбре. Но все равно это похоже на то, что у меня в реальной жизни. Так что я думаю, что вот такими волосами я и останусь. Мне они очень нравятся. Но есть еще второй вариант таких волос. Вот так вот. Но тут прям видно, что просто кончики покрашены белым. И вот это мне не очень нравится. Вот по сравнению с этим вариантом просто. Мне очень нравится этот вариант. Очень. Проголосуйте в комментариях, нравятся ли вам такие волосы. И давайте сейчас покажу вам несколько вещей, которые я купила до съемки этого видео. Просто, я думаю, вам будет интересно посмотреть. В разделе шапочки, всякие аксессуары. Начнем с них. Я купила вот такие снежинки. Ой, а где мои волосы? Я волосы потеряла. Ребят, я лысая! В общем, я купила вот такие снежинки. Видите, они сверху над головой у меня. Я навряд ли буду их одевать, но, может быть... Чему-то они подойдут, просто чтобы... Ну, иначе, короче, я бы потеряла эти снежинки, а так купила уже. Дальше, смотрите, вот такая вот миленькая шлепочка. Вот такие оленьи рога я купила. Сережки, кстати, не видно за волосами, но вы видите, да, какие на картинке. Дальше я купила еще вот такую шляпу. Кстати, я не знаю, мне кажется, они какие-то прям огромные вот эти шляпы две с оленьими рогами. Вот это очень красивая шляпа с оленьими рогами, но... Короче, это шляпа с оленьими рогами, очень красивая, но тут запороли ушки. Посмотрите, какие они странные. Они какие-то острые, тут ухи, и мне не нравятся. Но, к сожалению, эту шляпу запороли, а я ее уже купила. Еще я покупала себе вот такое вот ожерелье с голубым камушком. Не знаю, пусть будет. Красивая. Также я нашла вот такую же рождественскую накидочку на плечи. Очень красивая она. Еще вот такая черная сумка, бежевая сумка. И сумка с цветами. Я ее купила для вот этого наряда, но что-то мне кажется, что я ее не буду носить с этим нарядом. И еще юбки. Из юбок я купила красную, розовую такую пышную юбку, серую, черную, розовую и пышную беленькую. Напишите в комментариях, какой юбочкой лучше всего смотрелся бы какой-нибудь образ, какую юбку мне использовать для создания нового скина. Что я нашла в рекомендациях? Смотрите, это хвостик кролика, покупаем. Как мило, боже мой. А может, кстати, я это и буду использовать. Вы смеетесь, да? А я это использую когда-нибудь. И вроде бы больше я ничего не покупала, так что, ребята, ой, а где моя шляпа? Я шляпу потеряла свою. В общем-то говоря, ребята, такое видео у нас с вами сегодня получилось. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте обязательно оценить пальчиком вверх.
подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Также не забывайте покупать мой мерч в Roblox. Я вот сейчас нахожусь в своем самом новом мерче голубеньком. Кстати, в скором времени, скорее всего, по секрету вам скажу, я сделаю такой и в реальной жизни. Также там есть вот такой вот мерч от меня с зелеными штанами и беленькой кофточкой с зеленым принтом. А, обожаю его просто. И есть также мерч розовый, точно такой же, только с черненькой кофточкой и розовыми штанами. Он выглядит вот так. И если вы хотите приобрести один из этих мерчей, то переходите в мой Roblox аккаунт. Мой ник в Roblox CristyCharm1. У меня в Roblox очень много фейков, и они бегают по Adopt Me, выпрашивают питомцев, и еще хуже даже бывает. В общем, мой настоящий ник вот такой, запомните его, пожалуйста. Подпишитесь, чтобы подписаться нужно нажать вот тут на три точки и кнопку Follow. А в моей группе официальной в Роблоксе можно купить мой мерч в разделе Store, ну или же выиграть там робаксы абсолютно бесплатно, вам просто нужно для этого вступить в группу, там будет кнопка Join Group. Спасибо всем огромное за просмотр этого видео, не забывайте ставить пальчики вверх на это видео, подписываться на мой канал, если вы все еще не подписаны, а я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю и всем...